Okay.
Ребята, смотрите. Это был тот же олень. Я думаю, он за нами следит. Наверное, смеется над четырьмя черепахами, заблудившимися в лесу. На самом деле, в религии синта олень считается посланником божественного. Возможно, это значит, что мы на верном пути. Мутант! Нет, стойте! Это не мутант! Ой, ребята, он исчез.